Снова здравствуйте. Сегодня мы будем готовить хашламу в афганском казане. И у нас на столе два афганских казана. Вот один на 8 литров. Коробочка от него. И в честь, что у нас на канале 3000 подписчиков, мы разыграем афганский казан. Многие знают, как у нас происходит розыгрыш, но я напомню. Под этим видео оставляем комментарии, ставим лайки. И, как обычно, через неделю подведем итоги. А мы сегодня будем делать хашламу из индейки в афганском казане. Почти здоровое питание. Но мы немножко испортим, добавим немножко копчености для вкуса. Для этого нам понадобится... Вот волень индейки, такие вот стейки сделаны. Болгарский перец, баклажаны, помидоры, лук, специи, сельдерей, зелень, острый перец, чеснок. На улице 28 градусов. Так что я думаю, за это видео надо поставить обязательно лайк, потому что холод страшнейший. Так, приступим. Делается блюдо очень легко, быстро, но очень вкусно. Так, чуть сдвинем. О, блин, примерзло уже. Итак, резать надо быстро, пока все не замерзло. Нарезаем лук кольцами. На дно укладываем лук. Теперь укладываем наше мясо. Присолим немножко. Поперчим. И горошком смесь перца. И опять укладываем лук. Сейчас положим сюда кусочек копченостей. Еще лук докидаем. Ужас, холодно. Нарежем помидоры также. И опять укладываем. Чеснок только вот обрежем, хвостики и побросаем полный. Также сельдерей крупно режем. Сюда. Теперь болгарский перец. Уже замерз. Вот у нас нарезаны кусочками, но мы заготовили с осени баклажан.
острый перец. Еще посолим. И укроп деревянный уже. Вот что у нас за закладка получилась. Проверяем клапана, чтобы все работало. Готово. Оставляем. Ставим на костер на 40 минут и ждем. Сорок минут прошло, снимаем с огня и сам потихонечку давление сбросим. Снимаем эти клапана. Запах. Тарелка б не лопнула, погреть надо. Ужас, мороз. Красота. Посыпем зеленушечкой. Попробуем, что получилось. Вкусноты необыкновенно. Домашнего дистиллята. Хочу выпить эти 50 грамм под хорошую закуску за моих подписчиков. Я очень вами дорожу. Будьте со мной, я постараюсь вас не разочаровать. А вам всех благ. Все мерзнет. Вкусно как. А на этом с вами попрощаюсь. Скажу до свидания.
И еще раз напомню условия розыгрыша нашего казана. Оставляйте под этим видео комментарий. Ну, обязательно должны быть подписаны на канал. И подведем итоги розыгрыша через неделю. Пока. С уважением. Ник-ник готовит.